Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия 7 класс. Автор Мертлях. Задание 297. Точка B принадлежит прямой AC. Лучи BD и BF лежат в разных полуплоскостях относительно прямой AC. Угол ABD равен 80 градусам, угол ABF 150 градусам, BM бисектриса угла DBF, найдите угол MBC. Итак, точка B принадлежит прямой AC. Прямая AC, точка B на ней. Лучи BD и BF лежат в разных плоскостях относительно прямой AC. Ну, это значит, что если угол BD вот так расположен, то угол, вернее, луч BD, то луч BF должен быть расположен с другой стороны. И вот теперь нам известно, что угол ABD равен 80 градусам. Угол ABF равен 150 градусам. BM бисектриса угла. Бисектриса угла DBF. И нам нужно найти, давайте проведем эту бисектрицу BM, найти угол. MBC. Вот этот MBC угол, который нам нужно найти. Давайте будем пользоваться свойством величины угла и записывать, чему углы равны. Итак, угол MBC, искомый угол. Мы его можем представить как разность углов MBF минус угол CBF. Это будет равно, в свою очередь, угол MBF. Поскольку BM – это бисектриса, то угол MBF – это один из двух равных углов, на которые бисектриса BM делит угол DBF. Давайте тогда угол MBF запишем как половина. На вторая угла DBF и минус угол CBF. Теперь угол DBF мы можем представить как сумму углов угла DBC плюс угол CBF и минус угол CBF. Ну, теперь, если мы раскроем скобки, получим 1 вторая угла DBC плюс 1 вторая угла CBF и минус угол CBF. Тогда у нас получается 1 вторая угла DBC и 1 вторая CBF и минус единица или целый угол CBF. Тогда это будет минус 1 вторая угла CBF. Ну и, собственно говоря, тут можно по-разному вынести 1 вторую за скобку. Ну, давайте не будем этого делать. А запишем угол DBC. Это угол смежный с углом ABD. Поэтому можно записать, что угол DBC – это 180 градусов минус смежный с ним угол. Это угол ABD, который нам по условию и задан. И минус 1 вторая. Точно так же угол CBF – это смежный угол с углом ABF, поэтому его можно представить как разность 180 градусов минус угол ABF. ABF. Получаем
1 вторая в скобочках 180 градусов минус АБД минус 80 и минус 1 вторая в скобочках 180 градусов минус 150 градусов. Получаем 180 минус 80 – 100, 1 вторая от 150 градусов минус 180 минус 150 – 30, разделим на 2 – 15. Итого получаем 35 градусов. Ответ. Градусная мера угла МБЦ равна 35 градусам. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.